Всем добрый-предобрый день! Безопасность в загородном доме – это первое, что необходимо тщательно продумать. Особенно если в семье есть маленькие детки. Любопытные, лезут куда ни попадя, глаз да глаз за ними. Поэтому решено соорудить на втором этаже дома на лестнице калитку. От покупки сразу отказался. Надо же сделать, чтобы было красиво и, самое главное, к месту. А в будущем, да и нам тоже пригодится. Работы, совершенно несложные. Материал недорогой. Взял и за 2 дня все сделал с учетом склейки и покраски. Устраивайтесь поудобнее. Я с удовольствием работаю, а вы с удовольствием смотрите и меня хвалите. Только не забудьте в процессе просмотра поставить лайк и подписаться на канал. Соединение деревянных конструкций делаю в так называемый шип. Инструменты, как вы уже видели, ножовка, молоток, достамеска, да еще электродрель. Ничего специального нет. Все по-простому. Все, я умолкаю и весь в работе.
Thank you.
вот, кажется, все и готово. Навешиваю калитку на петли в нужном месте. Закрепляю надежный засов, и теперь уровень безопасности в доме значительно повысился. Всем-всем большой привет, удачи и до свидания!